рвешься оттуда, блин. Без страха. Нет, скоро открытие. Впереди мобильная засада. Ограничение скорости 60 км в час. Хоть отсюда, раз, сразу сюда. А он говорит, куда ехать, я не знаю. Как, где эти теплицы? Я говорю, вот выехал и прям направо. Да, направо, да. И прям никуда не сворачивает. Приезжает, нашел, ты нашел. Толку-то, говорят, ничего там нету. Все уже распродали. А соседи же, говорит, за творогом ездят в Аковакино. Туда вот, где палатку. Я говорю, как? А я в прошлый раз зашел, там цены такие, как в пи***е. Думаю, ну что, туда ехать, понятно. Как... А где на Аковакино? Да вот здесь вот туда. Что, деревне надо направо свернуть, налево. А, да где-то мы приезжали, ребята мне показывают, что там какой-то магазин. Ну и там как раз ферма, там они молоко там делают. Молоко, творог они делают. Честно, Аковакино. Такие вкусные сырники получили. Творог делал? Творог, вот такие маленькие. Буренки лук-то в Пятерочке продаются. Ну, а мы этот с жиром какой-то. Без этого, в общем, вот. Натуральный. В общем, Светка говорит, ну, а мне покупала. Думаю, ну, конечно, покупай. И тебе детям, ну, это да. Понятно. А мне что, этого натурального, мне не натурального. Какая тебе разница в старости? Вкусно было. Ой, такие сырники. Я туда даже муки не добавляла. Я туда песок, соль и одно яйцо на полкило. Намесила, так лепешку сделала, разровняла, потом сверху насыпала этого муки, сверху. И на 5 частей эту разделила. И лопаточкой пшик-пшик на сковороду. Впереди мобильная засада. Ограничение скорости 60 км в час. Ну там, помнишь, купил где-то? Что ты вот это... Я, здесь это тоже... Чилька не заводится. Кое-как завелась, блин. Думаю, надо менять, блин, все. А его заряжать, аккумулятор? Ну, конечно, можешь зарядить его. Ну, если он начинает барахлить, лучше поменять его. Ну, это понятно. Уже срок службы такой уже. Тяжелее, чем новый. Новый легче, да. Видимо, новый полегче надо. А то думать, что такое тяжелый, блин. Достал мне эта трава в этой парнике. Впереди станция радара. Ограничение скорости 60 км в час. Думаю, что она вообще эти помидоры подергает. Смотри, ее нету, да, тогда уж лучше садники. А огурцы у меня засохли все в теплице. Ай, да ну их они мне по тряпке, я их тоже поливаю. Ну так, ну по 3 штуки может найду. Не, у меня полностью все плеть фактически завяли. Они все в сорняках. Я начинаю этот сорняк, там все тянется. Я его начинаю дергать, а он все тянется. Думаю, какого хрена я буду дергать, уж пускай так все растет. И чего-то я и сорняки растут, и эти плети там вообще не видать в этих грядках. Блять, куда? Тебе надо в эту окунуться, в купель съездить. Куда? В купель. И что там? В купель. Там вода, наверное, холодная. Вода холодная, минус 3. Ой, ни хера себе. Да, я в тот раз куналась по смешкой. Ну и чё? Нормально. И что дает это купить? Ой, ты знаешь, вот я туда окунулся, я с такой скоростью оттуда меня вылетела, как пробка. То ли
холодно, то ли я сама тут вылетела. А, ну что дает ты купель? Ну купель, грехи смывают всякие неприятности. Ну читай молитву.